Вот это контент, да? Такого еще не было вообще. Унижай, доминируй, властвуй. Ух ты! Поломала шаблон. Привет, друзья! Сегодня новый монтаж. Мы монтируем кухню с акриловым глянцевым фасадом. Вся кухня полностью будет на серводрайвах, поэтому будет интересно. Мы в этой квартире устанавливали смеситель за штуку долларов. Я вам уже ее показывал, кто не видел. Вот ссылочка где-то вверху будет. И сам проект кухни, вот так он будет выглядеть. То есть я думаю, что суммарно мы затратим на это все часа 3-4 и поедем дальше на следующий монтаж. Кухня обещает быть интересной, потому что напичкана полностью электроникой. Но крайне редко это случается, потому что, сами понимаете, цена серводрайва нереально дорогая. Цена этой кухни в районе 8 или 9 тысяч долларов. Видите сами по помещению, кухня сама маленькая. Тут, в принципе, будет холодильник встроенный, нижний корпус и верхняя база. И вытяжка не встроенная, а будет отдельно стоящая. В принципе, это все, что будет в этой кухне. Выдвижные ящики, короче, ну... Сейчас будем распаковывать и будем смотреть, что к нам приехало. А для тех, кто забыл подписаться на канал, обязательно подпишитесь. Видосы выходят регулярно. Стараюсь показывать вам максимально интересные моменты при монтажах мебели. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И смотрим, что получится у нас сегодня. Серводрайва всех, синхронизации со шнурками. Будем встраивать холодильник, домонтируем верхние секции, поставим фасады и все. Алексей, как тебе по опыту? Кухня легкая? Легкотня. Легкотня. Сама ставится, тут вообще ничего не делает. Да. Самое классное, это вот, видите вот эту дырку? Ну, а кто называет это очком, а это на самом деле вентиляция для холодильника. Очень важная штука. К нам пришел дизайнер и стоит наказанная, холодильник устанавливает. Блин! А такого еще никто не видел. Вот как нужно унижать дизайнера. Это шутки, шутки. Хочет научиться установить холодильник. Алексей проводит инструктаж. Вот это контент, да? Такого еще не было вообще. Весь мобилитный экран. Подожди, когда оно закручивает, это как надо нажать? Вот так? Да. Скажи, я вот это не снимаю. Не снимай. Он не слышит. Как там правильно говорят? Унижай, доминируй, властвуй. Что оно не крутится? Ух ты! Поломала шаблон. Да, все, все. Давай. Ты не боишься, что оно сейчас выскочит? Давай, давай. Класс! Все. Все, ты умеешь закручивать один винт. Я сейчас еще второй научусь. Подожди, как его вытащить. Смелее, смелее. О, молодец. Смелее, смелее. Я боюсь, дави, дави. Молодец. Все. Наташка, ой, скажи, что ты научилась. На коленях стоять. Все, кухню закончили. Полностью установили. Осталось поставить вытяжку, духовой шкаф и варочную поверхность. Ну и, естественно, мойку. У меня это все будет уже после того, как установят стеновую панель. Холодильник. Все на серводрайвах полностью. Молодец. Холодильник у нас Whirlpool. Выдвижные ящики сверху. Полки поставить еще. Ага. Отключено. Убили.
Замочек. Все, замочек не ставится, когда стоит серводрайв. Всегда не ставится, потому что открывается автоматом все. Пленку не снимаем, но фасад глянцевый. Это акрил, рехау, провизия вниз. Самые всякие крепки. Кухня закончена. Дальше, я думаю, мы уже посмотрим ее, когда установят столеху и стеновую. Я надеюсь, что мы ее еще увидим. Так что все.